the play begin. We're actors. С самого детства я в танцах, потому что мои родители всю жизнь танцевали. Я смотрю свои детские видео, и среди них есть первые мои тренировки. Я там совсем неуклюжая, но всегда с желанием и всегда слышала музыку и танцевала. Меня в этом спорте привлекает то, что это сочетание искусства и спорта. То есть мы танцуем как для зрителя, так и зарабатываем различные спортивные звания и так далее. Выступаем на чемпионатах мира, Европы, что очень приятно. Настей, что в детстве, что сейчас, никогда не было проблем. Эта девочка, она отличница во всем, буквально. То есть в школе одни пятерки, в институте сейчас она учится очень успешно, ну и танцует на 5 с плюсом. Она очень целеустремленная, и несмотря на свою хрупкость внешнюю, очень сильная внутри личность, потому что столько времени, сколько требует спорт, на каком уровне они танцуют, и при всем при этом оставаться отличницей в школе и успевать еще где-то погулять с друзьями, то есть на все нужно очень сильный дух иметь. С Настей мы танцуем уже давно, с 7 лет, то есть это получается около 15 лет. Она что в спорте, что в учебе, то есть она всегда добивается целей. У нас в бальных танцах 10 танцев, и 5 танцев – это европейская программа, 5 танцев – латиноамериканская программа. В последнее время у нас больше успех в европейской программе танцев, поэтому меня они и больше привлекают. Это такие танцы, как вальс, танго, фокстрот. В нашем виде спорта мы не только танцуем, но и как бы показываем себя зрителю. Прямо перед зеркалом мы отрабатываем эмоции, некоторые как бы актерские моменты. Самый важный наш парный результат – это второе место на чемпионате мира в Китае в 2014 году. Мы с Димой заняли второе почетное место. Мы к этому очень долго шли, готовились как с нашими тренерами, так и с зарубежным нашим хореографом. И это была действительно долгая работа. Через 2 недели в мае у нас будет чемпионат России по европейской программе категория Segway, шоу номер. Естественно, мы планируем выиграть.